пойду, и долиною смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох. Что происходит? Ой, Йест, мы пока держимся, но... Ты не видел человека на крыше поезда? Вызовите помощь! Солдатик, ты где? У тебя крест. Ибо всякий делающий злое. Ага. И сапоги тоже. Эй, добро! Ты за что заплатишь, сволочь? Шериф! Шериф идет! Желтобрюхи! Даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно. Огонь с неба от Бога и пожрал их. Какою мерою мерите, такою отмерено будет вам и прибавлено будет вам. И мир пришел я принести, но меч. Строили засаду на мосту. Умно.
и дым мучения их будет восходить во веки веков. Вот он! И даны были ему уста, говорящие гордо и богатуя. Хочешь 9 грамм, папаша? Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет. Все стреляют. Не спал огонь с неба от Бога и пожрал. Берите мои деньги, все заберите, только не убивайте. Меч. Все стреляют, страшно как. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет. Они заходят! Это священник! И не спал огонь с неба от Бога. Лейтенант Мэтью Паркер, сэр. Мы пытались прорваться, но нас встретили заградительным огнем. Эти ублюдки выбивают нас, как мишени в тире.
Они устроили снаружи баррикаду. Я отправил туда солдат с бочонком пороха. Они взорвут баррикаду, и можно будет атаковать. Они мертвы. Что? Дьявол, что же нам делать? Я возьму бочонок и взорву баррикаду. Вы держитесь в вагонах. Я отправлю двоих прикрыть вас огнем. Смит, Кол, есть за... марш на тот холм и устройте там заварушку. Мы надеемся на вас, святой отец. Так, и она получит пулю, парни. Заперта. Ее заложили снаружи, чтобы мы не могли пройти к пассажирам. А выстрелом открыть нельзя? Только снаружи. Надо выбить доску, которой подперли дверь. Но как? Мы же на мосту. Можно. Слушайте, справа по ходу скалистый утес. Оттуда поезд как на ладони. Возьмите, сбейте эту чертову доску. Слушайте, до того, как на поезд напали, никто не видел человека на крыше. Ты слышишь меня? Эх, отошел. Покойся с миром, сын мой.
Не мир пришел я принести, но меч. Свободен. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно. Мучение их будет восходить вовеки. Нет, помогите! Благослови вас, Боже, пастор. Машинист цел. Слава тебе, Господи! Что случилось с бандитами? Они получили по заслугам. Мерзавцы разобрали рельсы на мосту. Здесь крутой поворот, мы всегда тут сбрасываем скорость. Вы не видели человека на крыше еще перед нападением? На крыше? Да был там кто-то. Солдаты кинулись за ним и давай стрелять. И тут мы въехали прямо... Что с ним случилось? С тем человеком на крыше? Убежал. По-моему, его ранили. Кажется, он к югу побежал. Там фермы всего пару миль отсюда. Спасибо. Храни вас Господь. Вы уходите? А если они вернутся? Мы же везем жалование для всей железной дороги. Останьтесь. Вы получите награду. Золото. Золото? Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Грешник, которого я преследую, уже вырезал целую семью фермеров. Я должен совершить над ним правосудие. Если будут спрашивать, кто вы такой, что им сказать? Скажите, что я... миссионер. Эй, святой отец, ты меня слышишь? Падре, ты еще не закончил работу. Слушай, здесь целая куча золота. Давай поделим. Сколько ты сегодня народу уложил? Не такой уж ты святой, а? Что, не хочешь? Не хочешь делиться? Все себя заберешь? Через мой труп, ты понял? Выходи и разберемся! Как мужчина с мужчиной!
Нет. Это был Рэй. Там, на утесе, он стоял и смотрел на меня, как сама смерть. Он сошел с ума. Этот подонок не успокоится, пока я не буду мертв и похоронен. Надо найти лошадь, или он быстро меня догонит. Да раньше еще несколько миль, а я подвернул ногу. Солдаты меня чуть не поймали. Если бы не суматоха, мне вряд ли бы удалось вырваться. Надо найти Молли, она мне поверит. А ее отец? Нет. Фергюсон нанял меня на работу и выгнал, как только узнал, что я нравлюсь его драгоценной дочке. Видимо, он не потерпит в семье мексиканца. Грязно. А сам-то? Нельзя отхватить такой кусок земли и никому не наступить на ногу. Я видел, как он ведет дела со всякими подозрительными типами. Так не перепрыгнуть. Надо найти бревно или лошадь. Это не ранчо, а прямо форт какой-то. Здесь что, индейская территория? Я хотел воды попросить. Вон отсюда, или я тебе дырок наделаю. Ладно, полегче. Thank you.
Нужно седло. Только этого не хватало, зараза! Господи Боже!
Thank you.
Ah!
Еще несколько миль, и я наконец ее увижу. Она не судила меня, и я ее не судил. Мы просто видели друг друга такими, какие мы есть. Но не ее отец, он видел только грязного мексиканца. Ладно, задачка трудная. Меня никто не должен видеть, кроме Молли. Иначе меня так радостно встретят. Чет, десятник на ранче и лакей Фергюсона. Он ухлёстывал за Молли, и ему не понравилось, что она выбрала меня. Как-то он увидел нас за конюшней и побежал к Фергюсону. Я ее только поцеловал, всего один раз, и ничего... Это ты? Ладно, задачка трудная. Меня никто не должен видеть, кроме Молли. Иначе меня так радостно встретят. Чет и лакей Фергюсона. Он ухлёстывал за Молли, и ему не понравилось, что она выбрала меня. Как-то он увидел нас за конюшней и побежал к Фергюсону. Я ее только поцеловал, всего один раз, и ничего больше. Но ее папаше было наплевать, он бушевал как смерч. Уволил меня тут же и сказал Чеду, чтобы Ты их считал? Ну да, все тут. Точно? Сколько насчитал? Говорю тебе, все тут. Darling, ты это и в прошлый раз говорил. Хорош, жена. Банда ментян. Thank you.
Она опять пришлось бить. Этот жеребец ненормальный. Не понимаю, почему старик его не пристрелит? Не конь, а убийца. Жара как на сковородке. Фергюсон тебя пристрелит. Ну и чё ты наделал? Опять ура... Ну и чё ты наделал? Опять ураганов встревожил. А ему немного надо. Норов у жеребца хуже, чем у Чеда. Эд, а ты уже был во дворце? Ага. Видал новую шлюху Трикси? Самые большие сиськи к северу. Так на это дело. Давно не развлекался с красивой бабой. На твоем месте я бы надел дождевик. Эти красотки ходят все. Просто все. Даже грязный Гарри. Где эти грязный лодки? Гарри? Да этот урод с гражданской войны.
Уходи! Какого черта? Кто этот парень? Где эти лодыри? Банда лентяев. Чет, я пришел увидеть Молли, и все. Ладно, давай так. Честный бой, один на один. Если победишь, она твоя. Если нет... Я не хочу драться! Трусливый подонок. Если победишь, парни оставят тебя в покое. Но иначе ты ее не увидишь.
Чет, прекрати! У меня с ним старые счеты. Нам надо поговорить. Оставьте нас одних. А, Молли. Не забывайся, Чет. Оставь нас. Билли, что случилось? Что ты здесь делаешь? Моих родителей убили! И все думают, что я это сделал! Убили? Я пришел на ферму, они мертвы. Мама лежит вся в... А потом пришел преподобный, увидел меня, и все начали стрелять. Но я и побежал. Что я могу сделать? Помоги. Как? Что я могу? Билли, почему ты побежал? Почему не сказал им правду? Думаешь, мне бы поверили? Они решили, что все ясно. Мне их не переубедить. Откуда ты знаешь? Ты ведь не думал, что побьешь Чеда, а побил. Поверь в себя. Поверь, что другие увидят в тебе хорошее. Ты какого дьявола здесь делаешь? Мистер Фергюсон, Молли! Папа, прекрати! Ты всегда говорил мне, что самое главное в человеке – это то, что в его сердце. Так вот, Билли в моем сердце, а я в его. И если ты меня вообще любишь, не трогай его! Я тебя отпускаю живым только из-за дочери. Но богом клянусь, Билли, если я тебя еще раз увижу, ты живым не уйдешь. А теперь катись к чертовой матери и больше не возвращайся. Вы отпустите его? Заткнись, Чет! Он побил тебя в честном бою. Я вижу ангелов смерти. Они смотрят на меня. Наверное, они направляют меня. Ибо я быстро нашел след мальчишки. Он направляется к обитаемым местам. Должно быть, он в отчаянии. Он знает, что конец близок. По следам я вижу, что он хромает. Раненый, отчаявшийся и вооруженный втройне опасен. Я должен поспешить. Отдыхать некогда. Ангелы смерти. Не мир пришел я принести, но меч. Язычники! Падшие ангелы, сатанинское отродье, они пришли защитить его. Дым мучения их будет восходить во веки веков. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно. Пришел я принести меч.
какою мерою мерите, такою отмеренно будет вам и прибавлено будет вам. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет. И дым мучений их будет восходить во веки веков. Не мир пришел я принести, но меч. Стоять! Ты кто еще такой? Я гнев Господень, и в руке моей я несу его меч. Я ищу юношу по имени Билли. Вы ищете Билли Свечку? Тай. Я Том Мэнсон. Это Тай Стюарт, а это братья Маклайды. Мы техасские рейнджеры. У нас ордер на арест мальчишки. Мы считаем, он на том ранчо. Там обосновалась банда угонщиков скота во главе с неким Фергюсоном. Я слыхал, у Фергюсона есть девчонка. Молодая, красивая. Заткнись, Маклайд. Падре, если вы умеете обращаться с оружием, ваша помощь окажется кстати. Пошли. Я слышал о человеке, который носил кирасу, как у вас. Говорили, что смотреть на него все равно, что смотреть в глаза смерти. Хотя он не был человеком божьим. Совсем наоборот. Наверное, его давно прихлопнули. Мэнсон, что я себе говорю? Так со мной разговаривает. Я ему что, лакей? Будет вам и прибавлено будет вам. Где он? Я с ними разберусь, падре. Найдите мальчишку. Тебя убью! Он
Эмир встретится с Создателем. Что они делают? Где мальчишка? Река забрала его. Что все это значит? Обыскать берега. У нас неприятности. Бодрые. Мы думали, вы погибли. Что здесь происходит? Что теперь скрывать? Мы не рейнджеры, святой отец. Но мы тоже ищем мальчишку, как и вы. Так почему вы солгали мне? Нам так было выгодно. Но теперь вы нам больше не нужны. Не могу. Что случилось? Они увезли мою дочь. О, Господи! Они говорили, что вы угонщик скота. Что? Я хозяин этого ранчо. Это мой дом. Пожалуйста, не дайте им надругаться над ней. Они направляются к реке. Вам нужна лошадь, чтобы догнать их. Не дайте им уйти. Господи, что я натворил? Что я натворил? В слепоте и гордыне своей я полюбил Билли. Я убил Билли во имя твое. Господи, неужели здесь я ошибся? Вдруг он говорил правду? Вдруг он тоже невиновен? Я спасу тебя, дитя. Я искуплю свою вину, Господи, любой ценой. Клянусь. Одна свеча и три могилы. Золото ацтеков только для храбрых. Этот медальон для тебя, сынок. Носи его, не снимая. Храни его около своего сердца. Свеча на этом медальоне осветит твой путь и защитит тебя от дьявола. Мама! Успокойся, отдыхай. Где я? Хивакпа. Река унесла тебя. Река? Почти забрала. Преподобный Рей? Ты никому сейчас не поможешь. Отдыхай, Истинма. Спи. Мой медальон! Я потерял его! Мама, прости меня. Я здесь пробовал. Злой дух ушел в ночь.
Спокойная вода сторожит тебя. Да, слушай, я знаю, ты спас мне жизнь, и я... Если ты забрал мой медальон, отдай его мне. Пожалуйста. Я ничего у тебя не брал. Наверное, река забрала его в обмен на твою жизнь. Слушай, за мной гонятся, поэтому я не могу остаться здесь. Хивакпа, река принесла тебя ко мне не просто так. Еще не время тебе уходить. О чем ты говоришь? Три кролика. Спокойная вода хочет трех кроликов. Кроликов? За спасение моей жизни? Ладно, три кролика. Где мои револьверы? Ты должен взять Итазия, лук и стрелы. Ты выкажешь добыче свое уважение. Да где эта спокойная вода, про которую ты... Это здесь, Михека. Это я. Паразит заставил меня с этим чертовым луком возиться.
Дух вернулся! Неси воду! Быстро! Очень хорошо. Вакпа помогает тем, кто помогает себе сам. Подойди ближе, Билли, свечка. Спокойная вода будет слушать твой рассказ. Остальное ты знаешь. Я должен убираться к черту из Техаса. Бежать? Почему не взглянуть в лицо своим обвинителям? Что? Драться с ними? С преподобным Рэем? Ты должен взглянуть своему страху в лицо, или он победит тебя. Если ты не станешь бороться с потоком, ты всегда будешь беспомощен. Что ты вообще несешь? Хуарес. Что? Ты должен выяснить, кто убил твоих родителей. Как это сделать? Скажи на милость. Река помогает тем, кто не боится. Ты не понимаешь! У меня нет шансов! Меня убьют! Не каждый может принести перо из орлиного гнезда. Не хочешь попробовать? Я? Орлиное перо? Гнездо орла на вершине Орлиной горы. Где? Посреди озера, глубоко в лесу, есть скала. На ее вершине гнездо священного орла. Взберись на вершину и возьми перо. Докажи реке, что ты не боишься. Ты хочешь орлиное перо, я его тебе принесу. Но доказывать я никому ничего не должен. Оставь лук. И отправляйся в путь безоружным. Возьми с собой только храбрость. Thank you.
не могу.
Это еще кто? Стоп! Нет! Нет! Привет, парень! Вокруг меня только тьма. Мой путеводный свет. Он покинул меня. А был ли он? Я иду по следу похитителей. Мне ничего больше не осталось. Они сплавляются по реке на плоту и редко делают привал. Но через несколько миль река войдет в каньон и вспенится. От этого места начинается тропа контрабандистов, ведущая в Мексику. Им придется причалить. И когда они пристанут к берегу, я должен быть там. Это единственный шанс спасти девушку.